Вот, хотя уже народ, судя по отчетам, выходит на первый лед. Ой, что это у меня усы тут такие? Ага. Так, ладно. Сейчас еще раз. Доброго дня. Снова я выбралась на рыбалку. Правда, очень поздно. Сегодня 2 часа дня. Уже, точнее, 2 часа дня. Светового дня мне осталось порыбачить, наверное, пару часиков. 2-2,5 часа. Но самое главное — выйти. Смотрите, как красиво у нас. Вообще красиво-красиво. Вчера целый день шел снегопад. Ну, не сильный, но влажный снег. Налип. Понятно, что хвоя тяжело. Надеюсь, что сегодня не будет мучить мои наживки. Наживки. Хищная рыба в виде окуня и ерша. Вот, друзья, тут меня маленько пристыдили. Сергей, я думаю, что из Урманного. За Каменным у нас поселок есть, я так подозреваю. В общем, я неправильно озвучивала. Наживка, насадка и приманка. Так вот, червяк и все живое там опарыш — это наживка. Ой, кто-то тут меня... Мне тут посигналили. Вот, это все, ребята, наживки. Насадки — это все, что мы насаживаем. Резинку, я думаю, блестенку и все прочее, неживое. А приманка — это все вот эти вот каши, вкусняшки. Вот, в общем, я все выучила, и теперь я очень грамотный рыбак. Вот. Ну, в общем, со мной едет наживка опять. Мушиный жук, как я называю, опарыш. Ну и червяк дендробена. Шумит волокуша. Я тут с горки спадаю, ой, съезжаю прямо, знаете. Вот. Пока что не падаю, но уже почти кубарем качусь. Вот. Сегодня, вчера, точнее, смастерила еще одну удочку. Посмотрю, как будет лучше. Взяла, ой, не крючок посадила, а мормышку. Вот. Беленькую мормышку, она там многогранная такая, я вам потом покажу. Посмотрим, на что будет лучше клевать. Вот. Ну, собственно говоря, бегу, качусь, спускаюсь. Так, прискакала я на место. Много рыбаков приехали к выходным половить. Вот со мной дендробена. Дендробена, наверное, такие червячки. Вот опарыш. Он у меня уже благополучно выбегает из пакета и бегает по холодильнику. В общем, не знаю, может, у кого-то жены шугаются от этого всего. А у меня муж говорит: опять твои наживки разлетелись по всему холодильнику. Точнее, расползлись. Но скоро уже, наверное, полетят. Так, вот тут вот у меня крючочек. Так, ну, должен быть желтенький, но уже настолько он изловился, что потерял свой первоначальный цвет. Так, сейчас я тут очищу остатки червяка. Я в тот раз так замерзла, что даже бегом-бегом все сложила. Удочка замерзла. Ой, вообще ужас какой-то. Ну вот, сейчас почищу крючок, разложу. Будем пробовать. У мужиков поспрашивала. Дорога говорит: окунь мучает. Ну, окунь, да, что вы хотели? Оттепель. На оттепель как раз хищник начинает клевать. Так что еще непонятно, что мы тут наловим сегодня. Кто к нам придет за наживкой. Так, ну, выставляем, наверное, не сильно большую глубину. Я, наверное, закрываю рот. Не ору на всю ивановскую. Начну все-таки с червяка. Мне кажется, более продуктивный он. И будем смотреть, что сегодня получится. Так. Вот тут. Смотрите, как они хорошо живут. Уже целую неделю у меня. Я их держу в теплом месте. Вот. Ой, такие жирные. О, смотрите, какие жирные. Прям сам бы съел. Была бы рыба, и сама бы съела. Вот. Ну что, рвем пополам. Мучаем червяка.
одеваем. Самый неприятный момент для червяка. Я всегда так это все жалею. Ай-яй-яй. Очень надеюсь, что ему не больно. Тут вроде какие-то исследования проводили ученые, которые говорят, что вроде как у него только чувствительность, но они чувствуют прикосновение, но боли у них нету. Я как человек жалостливый, мне всех жалко, но хожу тем не менее на рыбалку. Так, что? Опарышей, наверное, тоже в карман. Червей в более теплый карман. Погнали! Рыбачок, рыбачок, покажи свой туесок. Рыбачок, рыбачок, покажи свой туесок. А там два огромных рыболов. Покажите свой улов. Я споймал леща большого и налива вот такого. И ерша, и еще кого-то. А в ведерке два малька. Маленькая такая пауза литературная. Давайте будем ловить. О, смотрите, там у меня уже что-то удочка клюет, пока я тут вам стихи рассказываю. Так, давайте будем ловить вместе со мной. А то мы ничего не наловим. Сегодня времени немного. Забрасываем. Пускаем по течению. И смотрим. Я даже вторую удочку не буду раскрывать.
потому что, в принципе, должно клевать неплохо. И на одну, смотрите, смотрите, опа-на, айди. Я там походила, всех уже, конечно, распугала, пока камеру уносила. Ну, ничего страшного. Рыбки тут много пока, так что она должна прийти. Вот, плывет, плывет наш поплавок. Ой-ой-ой, давай, рыба, клюй, клюй. Видите, как клюет, клюет. Опа, подняли. Эй, ай, за траву, блин, зацепилась. Вот замечательный живчик у нас. Это будет у нас... Так... Да, наживка. Живец – это наживка. Так же, как и мой червяк. Наживка. Опа-на. Как всегда сегодня. Погода супер. Просто дышать исключительно. Пьешь таежный воздух. Смотри, смотри, клюет, кажется. Или за берег цепляется. Так. Кто думает, что клюет? Я думаю, что за берег зацепилась. Давайте маленько ближе подойдем на вот эту излучину. Так, сейчас тут, ой, налажу. За все же зацепляюсь. Блин, я даже удочку успела перепутать. Думала, как быстрее. А все равно получилось, что еще больше запутала. Тут 3 минуты ее отпутывала. И крючок перемололся, все перемололось. Перепуталось, точнее. Так, ну что, пора молчать, потому что рыба пугается. О, по-моему, клюет. О, точно клюет. Опа. Я даже не поверила, что оно клюнуло. Это елец. Длинненький такой, спортивненький. Так, я за ведром. Я за ведром. Наших мальков потихоньку прибавляется. Может быть, я даже до 4 до 4:30 успею что-нибудь нарыбачить. Смотрите, смотрите. Круто. По-моему, там опять клюет. Нет, не клюет. А может, и пробовала. Воды прибывает. Она светлеет, хотя еще до сих пор мутная. Но, тем не менее. Опа, есть. Есть. Так, поправляю наживку свою, червя волшебного. Его уже хорошенько обсосали, он уже не такой жирный. Ну что, еще один заброс. Пока клюет, и прям хорошие размеры, не сильно большие. Большие еще пока рано. Так, подтяну. Так. Подтяну. Так. О. Клюет. Кто видит, что клюет? А мне кажется, оно за водоросль зацепилось. А может быть, и клевало. Тут рыба хитрая. Хитрая, но мы еще хитрее. Смотри. Ура! Ой, так, длину сейчас меньше сделаю. Лески. Вот, длину лески меньше сделаю, то путается, сильно далеко уносит. Так. Живчик хорошо берется за нижнюю губу, не заглатывает, не травмируется, соответственно. Вот чуть-чуть. Подкручу. Дома все сидит под аэраторами. Нам вчера друг привез еще супер аэратор. Очень сильный. Я думаю, что уже завтра ребята выйдут на рыбалку. Ну, конечно, не всего же в собой будут брать. Это все про запас. Клюет, смотри. Эти? Нет, не клюет. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Смотрим. Плывет. Кораблик наш плывет. Вот на излучину. Может, и вправду надо
более длинную леску. Хоть и неудобно, что он хорошо туда плывет. Я же тут болтаю. Рыба все слышит и глазеет во все свои глаза. Так, ну что, это повело его? Да, наверное, повело. Так, я предлагаю идти дальше. Сейчас я вот тут спущу маленько. На излучину посмотрю, что там. Пойдем в другое место. У меня сегодня 3 ведра, поэтому можно смело опять по всему берегу оставлять. Еще пару раз еще сбегут у меня по холодильнику. И Вальдемар меня выгонит вместе с этими жучками. Вот. Скажет, буду жить я в гараже. Так, о, смотрите, там клюет, а я тут с опарышем вожусь, блин. Так, ну давай, что тут? О, ура! Ура, мазута пошла, пошла мазута. Так, давай, вот это, и сейчас посмотрим, что тут будет лучше. Я маленько спущусь вниз, тоже посмотреть, чтобы удочки не перепутались. Вот. Так, я же люблю, блин, все тут позапутывать. Смотрите, там, чтобы клевало. Сейчас я тут. Ну, допустим, как-то вот так вот. Видите, и второй поплавок тут наладила. Так, по-моему, глубина большая. Ну, сейчас будем смотреть. О, смотрите, смотрите, на червяка клюет. Ага. На червяка клюет. Так. Это сделаем вот так. А сейчас я вот эту... Тут несет очень слабый грузик. Я прицепила. И мормышка тоже легкая. Но это так, пробный. Посмотри, смотри. И это что-то там. Ничего себе. Решила пожить. Так, ладно, сейчас пойду я пробовать как-нибудь. 2 удочки мучиться. Червяк более продуктивный с обычным крючком. На второй удочке что-то, мне кажется, все-таки мормышка должна быть. Вот она сейчас плывет. Должна быть все-таки уловистая. Так, тут надо с грузиком что-то доработать. Ладно, я пока оставлю так. Надо с грузиком доработать.
Ну вот, заключительные три рыбки я тут изловила. Ну, такая одна крупненькая сорожка. Это тоже похоже на сорожку. Рыболов, рыболов, покажите свой улов. Да? Вот, ну, у нас тут всякого разного размера. Штучек 40, наверное, живцов. Вот, ну, достаточно. Уже темнеет очень сильно. Рыба отказывается клевать, бастует. Надо двигать домой. Это ведро понесу в руке. Позади поедет вот волокуша. Целая куча ведер. Ну, чтобы удобней было бегать по берегу, потому что я обычно в 3-4 местах рыбачу. Тяжело таскать ведро, нерационально. Вот. Ну что, пошли. Ну что, Анюта, как ты сегодня порыбачила на живца? Отлично! Вон, даже румянец есть. И как представлю, что столько идти.